день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня с вами посмотрим пятничную распродажу. Серебро будет у нас от компании Соколов, серебро от компании Дельта. Сегодня по распродаже только серьги. Все уже доступно для заказа на нашей виртуальной витринке в разделе «Распродажа». Там это серебро и многих других производителей по хорошим ценам. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp, группы ВКонтакте, группы в Одноклассниках, Telegram, Instagram, TikTok. Пишите, куда вам удобно. Я вам сейчас покажу все-все сережечки подробно. Как всегда, распродажа — это у нас отличный вариант закупиться ко всяким предстоящим праздничкам и себе любимой, и кому-нибудь в подарок по хорошим ценам. Так, артикул 940, 230, 15. Цена серег была 1800, сейчас цена 1350. Это у нас Соколов. Здесь имитация жемчуга. Жемчуг Сваровский, белый и золотистый. Серьги длинненькие, подвижные. На английском замочке. Замочек очень хорошо занижен. Серьги все идут радированные сегодня. Так что повторять не буду. Все серебро в радировании. Далее серьги полукольца, похожи на конго немножко, но на английском замке, с фианитами. Артикул 940, 219, 15. Цена была 1200, сейчас цена 900 рублей. Это у нас тоже Соколов, вставочки синие и белые фианиты. Вот такие заниженные замочки. Пробы, как всегда, у Соколова и у многих остальных на серьгах, на замочке вверху и внизу швензочки. Вот такие фианиты под сапфирчик. Двухрядка, классика. Небольшие серьги. Далее серьги. Вот такая веточка с фианитом достаточно крупным. Артикул 940, 227, 40. Цена была 1170, сейчас цена 880 рублей. Вес серег 3 грамма. Замочки немного занижены, и фианит здесь идет подвижный. Вот такие капельки. Далее красный фианит под рубин. Сейчас посмотрим, здесь фианит или искусственный корунд. Фианиты здесь. Здесь фианиты. Артикул 940, 234, 20. Цена была 1350, сейчас цена 950 рублей. Вес 3,28 грамма. Замок английский, на любую мочку. Чуть-чуть занижен. Красные, яркие. Следующее с фианитом. Артикул 940, 227, 24. Цена была 1100, сейчас цена 830 рублей. Вес 3,66 грамма на 2 серьги. Замки английские, на любую мочку. Чуть занижены. Сейчас на подарки как раз и к школе можно набрать по очень хорошим ценам. Вот как, например, такие классические серьги на каждый день. Артикул 940, 235, 38. Цена была 1000 рублей, сейчас цена 750 рублей. Вес 2,56 грамма. Замочки английские. Вставка фианит. Далее у нас опять золотой жемчуг Сваровский. Плюс фианиты. Тоже классика. Артикул 940, 230, 19. Цена была 1000 рублей. Сейчас цена 750 рублей. Вес 3,58 на 2 серьги. Замочек английский. Так, следующие серьги с голубым фианитом. Артикул 940, 232, 02. Цена была 1560, сейчас цена 1150.
Вес средний 2,84 грамма. Замок английский. Под голубой топаз. Прям одного цвета. Точно такие же салатовые под хризолит. Артикул 940-232-03. Цена та же была 1560, сейчас цена 1150. Вес 2,77. Очень яркие. И под розовый топазик. Вставка розовый фианит. Артикул 940-232-04. Цена была 1560, сейчас цена 1150. Вес средний 2,7 грамма. Нежно-нежно розовая. Далее у нас цирконы от Сваровски. Танцующие. Артикул 890-295. Цена была 2,200, сейчас цена 1650. Средний вес 5,32 грамма. Фирменная бирочка для проверки циркония, что это действительно от Сваровски, по штрих-коду проверяете. Серьги сами подвижные, английский замочек на любую мочку заниженный. И фианитик там внутри сердечком, он тоже подвижный, вот так вот он качается при движении. Все это будет очень красиво на солнышке играть всеми гранями. Следующее. Шикарные сережечки. Артикул 940-213-11. Цена была 1350, сейчас цена 1020 рублей. Вес 3,23 грамма. Фианиты. Английский замок. Капелька нижняя. Тоже подвижненькая. Так, позолота с жемчугом от Сваровски. Плюс фианиты. Артикул 930-208-92. Цена была 1500, сейчас цена 1130. Вес 5,13 грамма. Жемчуг здесь под шоколадный. Английский замочек занижен. Под шоколадный матовый жемчуг. Такой очень красиво. Следующее. Это вообще, девочки, прям не цена, а бомба. Надо брать, если не в подарок, хоть себе любимый. Очень недорогие получаются сережечки изящные. Артикул 940-220-08. Цена была 890 рублей, сейчас цена 670 рублей. Вес 2,18 грамма. Английские замки чуть занижены. Это все нижние капельки, все-все подвижно. Далее корун синтетический под сапфир синий, классика. Артикул 880-261, цена была 1600, сейчас цена 1200. Вес почти 2 грамма, 1,97 здесь. Замки занижены, сердечки идут по оправе под синий сапфирчик. Классика, шикарная. Следующее. Маленькие такие кнопочки фианитовые. Очень нежные. Артикул 940-220-01. Цена была 1200, сейчас цена 900 рублей. Вес 2,57 грамма. Занижены замки. Вот такие здесь крупные большие фианиты. Следующие трапециевидные, прямоугольные фианиты, тоже классика. Артикул 940-222-76, цена была 960 рублей, сейчас цена 720 рублей. Вес 2,6 грамма, занижены замки,
Очень красивые фианиты. Так, корунд синтетический под рубин. Ярко-красный. Вот такие серьги. Артикул 840-220. Цена 1400 рублей была. Сейчас цена 1050. Вес 2,3 грамма. Замочек английский. Вот такие у нас под рубинчики. Следующие идут имитации жемчуга Сваровский плюс эмаль. Под белый жемчуг все. Артикул 940-226-72. Цена была 2580. Сейчас цена 1800. Вес почти 6 грамм. На две серьги. Очень хорошо занижены замки. Вот такие нежнейшие веточки. Так, еще одни серьги. Классика капелька от Соколов. Вот они как раз фианит трапеции и капелькой. Артикул 940-230-87. Цена была 1100, сейчас цена 830 рублей. Вес 2,46, почти 2,5. Заниженный английский замочек. Так, переходим на дельту. Тут, конечно, все крупнее. Тут, конечно, все богаче. Но здесь все в основном без фианитов. Так, серьги в итальянском стиле. Артикул S221234. Цена была 2470. Сейчас цена 1235. Вес 5,53 грамма. Серьги на английском замке. Нижняя часть подвижная. Очень классные. Прям серьги на подарок. Просто шик. Так, еще одни. Вот такие крупные. Шикарная полировка. Серебро все радированное. Артикул S221228. Цена была 2730. Сейчас цена 1365. Замочки также английские. Занижены. И эта часть подвижная. Так. Шикарные вечерние серьги. Длинные. Полировка. Невероятная. Артикул S221363. Цена была 3760. Сейчас цена 1880. Вес средний 7,8 грамма. Замочки английские. Очень хорошо занижены. И серьги подвижные. Очень изящный стиль. Следующее. Тоже ближе к вечерним. Такие они длинненькие, нежненькие. Артикул S221358. Цена была 2200, сейчас цена 1100. Вес средний 5,23 грамма. Опять же, хорошо занижены. И нижняя часть подвижная. Так, еще одни серьги под Италию. Артикул S221225. Цена была 2700, сейчас цена 1350. Вес средний 5,8 грамм. Английский замочек крупный. Сейчас. Тут все подвижно. Так, пуговки. Вот такие пуговки у нас. Немножко выгнутые внутрь. Они идут с матированием. Такое вот серебро. Английский замок.
Артикул S221818. Цена была 2340, сейчас цена 1170. Смотрятся они как клипсики. Здесь английский замочек очень хорошо занижен. Такие вот монеточки на ушках. Так, шикарные трансформеры. Тоже прям на подарок кому-нибудь или себе любимый. Будете как звезда. Здесь ставки фианиты. Артикул S127157. Цена 3500. Была, сейчас цена 1750. Вес 5,5 грамм. Замочки, как уже сказала, английские. Эта часть подвесная полностью снимается. Остается у вас базовая шлинза. Можно носить как отдельные серьги. А подвесочку, например, одеть на цепочку. Английские замочки занижены. Потрясающие звездочки. Так, и еще одни с матированием. Вверх получается полировка, внизу матированное серебро. Артикул S222204. Цена была 2200, сейчас цена 1100. Вес 4,5 грамма. Занижены замки очень хорошо. Английский замочек. И тут у нас все тоже подвижно. Так, вот такая у нас сегодня распродажа по серьгам. Повторюсь, для заказа лучше на витринке. Виртуальные данные все внизу под видео. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках, Instagram, Telegram, TikTok. Пишите, куда вам удобно. Советую заглянуть в раздел распродажи на витринке. Там еще много всего интересного можно найти по хорошим ценам для себя любимой или в подарок. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, чтобы вы не пропускали новые видео. Всем желаю приятного дня, хороших выходных. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.